это работает. Снайпер работает. Правда, темновато. Здесь все довольно хорошо укреплено. Многослойная защита. Тут и дерево, и земля, и железо, и бетон. То есть очень много слоев. Ну, в крайнем случае, танковый снаряд, мины били, не пробивает. Град сюда еще не попадал, но рядом ложился, как бы. Тут нормальное укрепление достаточно. Ну, там видно, следы пооставались, воронки хорошие. Тут ходов очень много, подземных, по которым мы можем спокойно с любой стороны выйти и открыть огонь. Если этот будет атакован ДОТ, перейдут под землей в другой, под полным укрытием, вообще безопасным. И атакуют с любой стороны, где не будет ожидать даже противника.